tea. Чай. Beautiful. Красавица. For для меня? Yes. Да. Весьма эффективно. Так, посмотрим. На глазах персидской принцессы Изиды. Мы приехали не зря. Я чувствую его. Он здесь? Да, он здесь, он ищет меч. И он вспомнит. Он уже вспоминает. Нравится? Ты постаралась. Ай, моя. Ай, как я тем так, не? Ты тай, чан, яй, лай. Я, когда си. Слушаю. Мистер Шенк? Офицер Харрис. Бой на мечах состоится сегодня в китайском квартале, в ресторане Пэлас. Надеюсь, вы найдете свой меч. Я тоже надеюсь, и спасибо за помощь. Я об этом не забуду. До свидания. Сюда едет полиция. Поедем на склад. Это? Он по-прежнему красив. Так, забирайте выигрыши, делайте ставки. Так, как ты нужен мне. Тебе нравится здесь? Узнаешь этот меч? Откуда он у тебя? Как интересно. Ты узнал его, хоть раньше его и не видел. Тебе нужен ответ? История повторится, и она будет подвластна мне. Повернись лицом к своему сопернику. Я не буду драться. Реши проблемы. Возьми его или умри.
Слушаю. Кто это? Угадай. Твой поединок зажег во мне огонь. Наверняка ты крут как выше, так и ниже пояса. Встретимся на складе на Либерти. И захвати меч. Стивен, сила меча у тебя в крови, но только один меч поможет тебе избавиться от тревог. И на этот раз без полиции. Чем скорее, тем лучше. Пошли. Или кто ты там? Надевай. Мы меня с кем-то спутали. Ты прославился в обоих полушариях. Китайцы быстро судят преступников. Как в наши дни казнят в Китае? Расстреливай. Сволочь! Убей его быстро. Сделай все, что нужно, только все точно. Давайте вперед. Живо, живо! Живо! Убей его! Он не твой. Пока еще нет. Не хочу дырявить твое роскошное тело, воин. Не вынуждай меня. Скоро увидимся. Ты навлек великий позор на наш древний род. Нет. Нет. Прощай, мой сын. Простая американская дешевка. Я знать тебя не знаю. Значит, не знаешь. Любовь, пули и полиция. Все повторяется снова
Скажи, почему тебя так влечет к Стивену? Это не так. Лживые стервы неисправимы. И ты снова приведешь меня к нему. Привет, Стивен, любовь моя. Знаешь, кто это? Что тебе нужно? Конечно, ты. Мне нужен только ты. Не нравятся мне твои романтические пристрастия. Мы можем от нее избавиться, если хочешь. Не трогай ее. Предупреждаю тебя. Если хочешь, чтобы ее красивая головка осталась у нее на плечах, встреться с нами на рассвете, на 11-м пирсе. И если хочешь, захвати меч. Стивен, не делай этого! Не слушай их! У меня никогда не было выбора, Кори. Я должен покончить с этим. Стивен, нет! Не старайся. Он вернулся к своим корням. Он уже не тот, кем был в этой жизни. Он изменился. Одна цель — вечный долг. Умереть, чтобы я мог жить. Где она? Не волнуйся, она здесь. Я знаю, ты неравнодушен ко мне. Я чувствую, какой ты горячий. Где она? Она тебе нравится? Я помогу тебе. Обещаю. Я здесь, потому что хочу того же, что и ты. Я хочу быть свободной. Я не могу оставаться с ними. Они безумцы. Рад видеть ее. Прекрасная вспышка страсти, моя дорогая Бои. Я хочу испытать такое же удовольствие. Женщины, они прекрасны, не так ли? Они могут любить и одновременно ненавидеть. Мне нравится твой дружок. Он такой большой. Поднимайся. Из-за меня. Вы сумасшедшие. Я сказала твоему отцу, что ты занималась с ним любовью. Зачем?